спроси у этих активистов, чем они занимаются. Чем они занимаются? Сахар людям раздают. По 33 рубля. Ага. И чего? И подписи записывают. Ничего он не записывает. Да ладно. Вообще ничего не записывает. Да. Я сам подходил, видел. Никого ни к чему не обязывает ничем. Ну и хорошо, значит. Торгует сахаром и все. У вас подпись брали? У меня? Нет. У вашей девушки ничего не брали? Ребят, не подскажешь, а чем занимаемся? Сахар продаем. Сахар? Да. А можно агитушку мне тоже? Да. Вот эту бумажечку можно мне тоже? Благодарю. Почему называть агитушку? Ну, во-первых, она была свернута, и я еще не знал, что там находится. Она была свернута, и я не видел, что там находится. Сейчас я ее открыл. Ребят, вот смотрите, вот здесь написано Александр Бочкарев. А если мне память не изменяет, их прям 3 целых проходят. Вы тогда писали фотографию, какой Александр Бочкарев. Ну, вы скажите хоть, какой Александр Бочкарев? Здесь ни данных Александра Бочкарева, вообще ничего нет. Просто Александр Бочкарев. На этих выборах их 3, если мне память не изменяет, проходит. Не, ну а можете сказать, что вот что за человек такой хороший, который сахар бесплатно раздает, Александр Бочкарев? Можете сказать? Нет, я не переворачиваю, я просто не вижу, вы спиной там стоите. Нет, я не снимаю, я снимаю то, что они продают. Нет, ну ты просил, чтобы тебя не было.